Пришла такая рукосушка World Ties, но это я восстановил уже. Ну, к нам, кстати, приходит очень-очень много таких рукосушек. Значит, есть вот такая рукосушка такой же фирмы. Значит, ну, обычно у них дохнут кондеры. Вот. Но здесь, собственно говоря, кондеры-то я поменял уже. Точнее говоря, мой напарник, я ему скинул, чтобы он поменял. Но она все равно не включается. Вот. Но, значит, буду с ней разбираться. Предварительно я думаю, что здесь может быть что-то как с реле, так и с этим кондером, который здесь стоит. Большой, ну, этот электролит. Ой, в смысле керамика. Что еще тут может быть? Да чего угодно. Но буду разбираться. Вот. Наверное, сегодня уже не успею разобраться. Вот. Завтра выложу, что с ней происходит. И, может быть, даже немножко видео сниму, как я буду на осциллографе все это проверять.